Рабанем его! Не знаю, как наткнулся на канал, но вид император — это крутотень. Спасибо, Даня, обогадаешь. О, спасибо тебе, Авантюрист, за то, что ты истребил стаю волков, которая терроризировала эти леса. В качестве награды я тебе дам 50 золотых и... Одно очко навыка. Простите, а это что? Очки навыков, братан. Оу. А я-то думал, ты просто получил навык. Да, ты получишь навык. Когда съешь пилюли навыков, братан. Извините, но я не беру пилюли от незнакомцев. В смысле не берешь? В смысле? Ты что, хочешь сказать, что не хочешь дышать под водой? Ты не хочешь летать? Ты говоришь, что не хочешь иметь суперскорость? Ты мне хочешь сказать, что не хочешь разговаривать с ебучими, блядь, животными? Ты не хочешь быть суперсильным? И хочешь сказать, ты не хочешь горящие руки? Нет, я заработал свои навыки тяжелым трудом и практикой. Послушай, я понимаю, ты нервничаешь сейчас. Но сегодня все так делают, детка. Ты можешь доверять мне. Друг, давай, возьми. Да, ты выглядишь как тот, кто точно знает, что он делает. Да. Горячие луки. Эй, чувак, у тебя есть еще очки навыков, а? Ну, наманись. Мне так нужно еще. Успокойся. Очки навыков. Ну, что ты готов сделать? Я убил еще 42 волка в этом лесу для тебя, мужик. Ладно, вот это с горящими руками. Горящие руки. Горящие руки. О, слушай, мне и так росло. Большое тебе спасибо. Тебе ж хуже, бро. Дерьмо. Пожалуйста, я хочу еще видео. Мне что мне нужно сделать? Пожалуйста, скажи, ответь. Тихо. Хорошо. Я тебе отвечу, скорее всего, тебе нужно подписаться на канал. А потом, может быть, тебе нужно поставить лайк и оставить комментарий, да? Может быть, тебе нужно заглянуть в закрепленный комментарий, там есть ссылка, по которой можно помочь каналу, врубаешься, да? Понимаешь, да? Да, конечно, я сделаю, все. Дай мне еще видео.